Джауланет, талон программа Ленкад и сомой выпускын. Путин командалыш. Объединяйте вокруг себя неравнодушных и активных жителей нашей республики. Общественная поддержка республика со штабын считалась сне Юскоса фронтлыш премия. Кыз семьяс с бульмене. Для меня на самом деле большая честь поучаствовать в судьбе этой маленькой малышки. Коми республикаса правительство Андрешка Дыши Смедвиджа вежеш пырычес вульвыша федеральная акция. Тылын осков кольный спорт. Не все зимой хотят на морозе, но на самом деле это очень полезно. Ухта Сашу Даяк пощелок иш плане та клубын петкачущас дачтышины республикаса урдышем яскежлэм. Общественная поддержка республика со штабом КПД считалась на Йоско Сафронтлыш Путин командалыш премия. Награда СН пасисны республика Сабудимышчу Шолыш ЯСС Кудяс от Сашины Торья военная операция Пырычу Счастлы. Медву Джалун Яшани общественник волонтер да Асвала Уджалы Счаст от Сашины Мианбу Ечуаслы и также матыстыны Вермам пасис регион Савечкадлыш. Выезжая в зону проведения спецоперации, доставляя гуманитарные грузы, разговаривая с ребятами, нашими бойцами, абсолютно очевидно, что наша помощь им очень важна. И она точно совершенно мотивирует их и приближает нашу общую победу, победу Великой России. Благодарю каждого, кто стремится не на словах, а на деле приносить пользу. И что особенно ценно, вы не только делаете это сами, но и объединяете вокруг себя неравнодушных и активных жителей нашей республики. Тачем вочмащущая спывстын Наталья Халова, коды отсалы скутертне джепщан вез яскую. Они ужалены вид тачем ин и мате вид шо вез устыманин миян бои чеслы. Но волонтер яслы колодаштыны ныш такуем шорс квадрата метра вез. Сначала, конечно, это было такое на дому, из своих средств, очень на любительском уровне. Вот, потом постепенно мы разрастались, начали средства собирать, открыли счет, куда нам люди донатят. Это просто колоссальные суммы. Большая часть до сих пор, хотя у нас добавились помощники бизнесмена, и вот Народный фронт присоединился, да, но все равно 90% это люди, это просто люди. Путин лен команда премия, що тисне дасок мисмурт, летає вудьма, що ще яскоди ящукартене гуманітарний оцег. Відлене концерт ясен боєчу яздора. Котртене окопа шіш ясвичем да коздуш яс. Ушкисне і чилять кет патріотическе уч нуладуш ясес. Да, вірмити майсли уца шіш ясес. Владимир Уйбавитлис Людмила Андреева дора. Чоли мали сес Ленинградыш кучалам ородем лекокям за сотиримен. Поздравляю вас с 80-летием снятия блокады, да. с великим победой. Читаем, смотрим фильмы, видим, что происходило, и понимаем, что каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это был подвиг. Да, да. Это было ужасно. Спасибо вам большое. Розочки, такие светлые, такие прекрасные. Стараюсь. Спасибо. Мечтать. Людмила Николаевна Леокмыс Даскую Марас, чужесе Ленинграден, блокада дурья Олыс Мамыскет, но шурсек мишаниля мангука двоща январен сие кушес, чугелом весна. А Мартин и чутик люда сдачойся эвакуируйтусне Ладорской тюты. Война када Людмила Николаевна Олыс Алтай краин, а Ленинград мездем бурен бергачес чужан кара. Батис вылы райком са секретарен сиес репрессируйтусне. Чурс окмыша команокмысет вон устысне воркута. Чурс окмышаниля манвитет вон Людмила Николаевна Восовне бать дурас. Ужалыс воркута уголь комбинатлен отдел кадрован и петис инженер горняк сая. Как я вам сдасы двоясы, ужасны овны Сыктывкары. Мне было 10 лет. Помню, 10 лет. Но я уже так соображала все. Но все равно это все ужасно, все страшно. Не знаю. Конечно, страшно, как не страшно. Очень тяжело было, очень. Я всех потеряла, всю родню. У нас такая огромная родня была. Ну, как выжить на 125
грамм этого эрзаца. Девчонка была 10 лет, но я... Ну, все равно, а как ведь? Мы же сегодня даже не задумываемся. Мы же там взяли колбаски, отрезали сыра, там, не знаю, что хотим, то и кушаем. А 125 грамм я специально в этот раз, вот когда пересмотрел фильм, снова, говорю, ну, на весах взвесил, я смотрю на этот вот кусочек и думаю, вот как это? Как на него? А потом ведь сколько было случаев, когда эти карточки выкрадывали? Когда хлеб отбирали, это же тоже и все, это же вообще как человеку, вообще ничего нет. Это ужас. Холод еще, холод же. Да. Мамочка стояла в очереди, 125 грамм хлеба надо было взять. Хлеб кончился, ну, вот я вот об этом. И мама такая обессиленная, голодная, холодная. Смотрю по коридору, он такой уже общий коридор был, там уже не поймешь, где и жили. Вот она по стенке перебирается. Талун Людмила Николаевна улают нас, село отца ще Євгеній Піс, ще м'яскад. Ань пирна воджмаща уламен будла вітле, аджішла йорту ясискад лиддіше. Регіон ця вішкадлеш, ще тис Людмила Николаевна, але почета пас, ще із джонь віджалон, дашут. Рыты войвов регион Яспыл, Сценкомиен Меча, Уджит Чемейный Капитал. Программа осуджала Куимво, регион Савечка Длышлен, Совет Дырье, правительство да общественность Воджин Пуктасны Мог. Меткомиен Эссомен Унджик Чуштыны, но виджисны Чемьяс. Вызым Ясилыш Елена Хозяинова. Комиен Унджика с Чуштыны, тачым квесын пожепасины республикалыш Шыр Моксы, кыкямыс миллиард шайт, торьедасны того челядя Чемьяслы, регион со Чемейный Капиталыс, куимшо щурс шайт, медводжа коймы да Унджик Кагаыч, анька Чуштыс Кыжнёль Арысыч, мынтасны миллионджин шайт, страна ынтайы рекорд яслыдын. Мы проанализировали размер регионального семейного капитала по северо-западу по некоторым регионам. Ми виджедлим рыты войволын семейный капитал яс артмы республика медводжин. Ленинград областын шо шижим дасквайт. Архангельскын шо дасыкмыс. Мурманскын шо нелямын ыти. Шурс шайт. Набащущан яслы да вердыш мам яслы быттылыща пособие соттыма даспыв. Медик яслы ан яслын набащым бырща дожеритымыш. Щитасны соттыд комын шурс шайтын. Тая федеральный мунтым яс кынджи. Кык шурс кыч коймы двоын. Икмыз дас том шем ялы. Республикаса бюджеты щетыма оланын небам вылы социальный мунтым яс. Социальный контракт отсалыс некамын шурс шем ялы венны шыкыдлун яс. Была на отчетно-выборной конференции Союза женщин России. Русия са Анья Союзлан конференция вылан вишталы миян Аньяслы отсык щетым елыш. Кучам щуща кывзысны мукад регион ясыч локтымны в Бабаяс. Миян сбыль медбор отсалан мераяс. Уна челяде ясбырща тыжд сыджа соды. Тачым щемья ясыч витад дасатикат класса челядес. Вердасны школаан дон бочтыг. Отсык савечка дыма и щемья яс виджем вылы. Медым пыр и траектория чесны. Это глубокая тема морали и воспитания ребенка в том, что семья – это святое. И если ты ее создал, ты ее должен нести по жизни, вот как зеницу ока, и хранить. Вот это тяжелая история. Она тяжелая в том смысле, что она хорошая, но она долгая и очень кропотливая. Комиен лыщы дыма щемьеведенье курс велыданы витат клащань. Федеральный стандартын тайылыш абу напас ема. Миян велыдан министерство воджмыш чыта черти. Аняслан союз даштес унавызем. Медым кыпыдны щемьялышты чанлун. Напиына ти нывкаяс дазонкаяса сториядан. Торьедам велодам. С первого момента обучения учат не только образовательным предметам, но учат, как быть и хорошей хозяйкой. Велоданы осымын индам предмет яс, но и лоны бурка жайкаан, бургатыран, бурмамын. Тайталун йона кола, щемьялыш духовно-нравственный. Озырлунса йонмадам могыш. Эм шущаг, быттан пиас, быттан мужичес, быттан нылас, быттан щемья. Кыжнёля двоон комиен авочтасны уна могя со щемейный шырин. Крижисны шырина позже слокны да овны ан яслы кодяс. Вишкалысны щекыд олас нога. Кодясас увтыртаны гортас, кодяс мывпалыны откажичыны кагаыш. Медводь тая инмы том да уна челядя щемья яслы.
Торья тэжд СВОСа участники аслан челядь бырща. Безусловно, особое, трепетное, чуткое внимание мы должны проявлять к семьям, где погибли наши защитники. И это должно делаться тоже не от случая к случаю, неформально. Это должно быть просто основой нашего сегодняшнего поведения. Вот каждого из здесь присутствующих и ваши подчиненные, независимо, как вы с этим столкнулись, напрямую или косвенно, или просто услышали, всегда проявляйте, не проходите мимо. Всегда проявляйте в этом вопросе истинное, искреннее внимание и сочувствие. Комиун уджала спецоперация собой чеслы да налан шемиеслы, комын кык отсалан ног, координация шарина воис нёль да джин щурс шиачем. Икмызда сквайт прочент влас щетам авочаков. Торьян да жеританы нёль ша шемия барша. Элун ясы юралыш витадыш, аджишлыс бое чеслын рыдвушкад. Гагарвою дис отсагыс налы воас аскады. Елена Хозяйнова, Ольга Коняева, Артем Соколов, Юрган, телеканал. Луганской республика Ланровеньки, Карен, Коми республика Саюралыч, Дакарса, Кучан вешкет лыш Андрей Рубанцов, Олама пыртысны, ныв зон лыш вульвоша кыс емьяс. Ёлка желание акция подулын. Пашкаджика, вуджимуныш репортажын. Тайлун сароньки саныв зондырви чишесне. В Львоводжин на мыл пыштесне кожин ясхилыш. А пырты солома та кысьем сакоми республика Саюралыш. Даровеньки каранвешкадлыш. Андрей Рубанцов. Для меня очень важно, чтобы действительно было желание, которое поможет ребенку достичь более высоких каких-то высот. Развиться в творчестве, в спорте, не знаю, там еще в чем-то. Поэтому мечтайте. Мы с удовольствием, мы и ваши родители всегда будем рядом с вами и ваши же помогать воплощать ваши желания. Ну а действительно у нас сегодня у всех, и у взрослых, наверное, в первую очередь и у детей, желание одно – это наконец-то победить, установить мир и жить в согласии, в радости. И, конечно же, чтобы ваша жизнь, дорогие дети, она была в мире, чтобы она была в доброте, в любви, в счастье. И чтобы все, что вы задумали на будущее, и после школы, и в взрослой жизни, чтобы у вас точно так же все это осуществлялось. Но для этого надо трудиться. Вульвоша кожен язбур отца генбя челядле. Со Надежда Струковале, вичмис микрофон. Нив Йона Радейте Шивне. Подарок для Надежды. Это вы, Надежда? Хорошо. 11 лет. Город Ровеньки. От главы республики Коми. А что там? Микрофон. Я поэтому говорил, чтобы этот микрофон тоже тебе помогал в твоем творчестве. Спасибо большое. Спасибо большое тебе. А это от города Походский назвал. Богдан Михайленко мыл пыштыс настольная игра, а Доминика Кравченко корлы с витчищем кожен. Я пока не знаю, что мне подарили. Я отправила заявку на сайте и указала, что я много чем занимаюсь и хочу подарок-сюрприз. А чем занимаюсь? Я занимаюсь рисованием, танцами и люблю читать книги. Здорово. А с кем будет происходить распаковка? Распаковка, думаю, будет с братом, с семьей, с мамой, папой и бабушкой. Владимир Руссу, Радейте Спорт. И коры с кожаными отца Асалы Буржука тренируючины. Вовочка у нас будущий спортсмен. Огромный подарок. Тут самый настоящий профессиональный велосипед, да? А Бырын филармонияса артист Яслан Петкачам. На акупа десна Ловру. Мия шонтес наставна слышилам яс. Будан и воджа кутасескане. Мы эмэч бурчалам айос. И ставкыс ем яс. Вермасны пырчины олама. Спасибо! Спасибо вам, ребят. Бульвоща, кусемья своджи з бульмане, Сыктывкарыш, София Карипували, вожна лисне Котралан дорожка. Та і спортивний імбурус Йона Колановкали. Куймараса Софія Вітле Куляскан. Бульвоща, кузі, шар бошти Сельміра Ахмєєва. Ком республіка са правительство Анвешки лише Смідведжа Вежиш, пирочіс федеральної акція. Привіт! Какая ты красивая! Привіт! Здравствуйте! Привіт! Держи. Это он тебя встречает. А, как дела? Пойдем в гости? Пойдешь? Ты ко мне в гости приехала? Ты хотела в гости к нам посмотреть?
Ичетик гость не у на яндыще. Там он даты тэморт гагар, а нэштанай видеокамеран коткаветлы. Но Эльмира Ахмеева аджи кона кывьяс и нывка заводит они не умевны, некому на здукмости. И рад прыщ чё смащу чё скатур ясен. Что хочешь? Можно. Конечно. А что там внутри интересно? Куем ара санывка ветла инвалидный коляскан, но быдлунча занятие тренировка с бура мырчаны джонджан было, эмин вешимес. Гортас бытщика с тренажер сулалы, колы сымын беговой дорожками, как говорила чис ветланым. Так как шанс на реабилитацию уже есть, но никаких прогнозов врачи не давали, то есть что она сядет, станет. Мы начали заниматься сами. Мы изучили, что такое слово реабилитация для ребенка. То есть это массаж, это физкультура, различные тренажеры и так далее. Что-то у нас начал изготавливать папа. То есть для работы мышц. У нее заболевание связано с мышцами. Соответственно, наша цель была завести эти мышцы, чтобы они работали в правильном направлении. У Сони отмечается очень высокий реабилитационный потенциал. У нас есть, наверное, весь уже, все виды тренажеров, которые вот ей нет, но нет тренажера, чтобы она ходила. То есть мы ходим просто по полу, я ее придерживаю, и мне это физически тяжело. Для того, чтобы она занималась на беговой дорожке, мы посещали спортивные залы. То есть не тренажерные, там, где занимаются вот именно да, профессионально, а именно зал, где занимаются физкультурой и где установлены эти беговые дорожки. Да. На это, конечно, требовалось и время, и деньги. То есть это нужно было доехать, это заплатить инструктору, который с ней походит. Вот поэтому это была наша мечта. Лыдный кагалын лоас позжанун велычыны ветлыны, медвоч батьмам отсыган, но воджевылы наэсканы, мы кагалас вермас ачы суфтны коквылы. Для меня на самом деле большая честь поучаствовать в судьбе этой маленькой малышки. И надеюсь, что София, в том числе благодаря проекту президента России, «Елка желаний», станет в скором времени на ноги. Реабилитация в Лынывка основана для нарушения медицина Шуринеса, но медбур я спевстыч отис сотте Софьяла Мамыс, таймиян республика сочлять больничан реабилитация центр. Оборудование с джиквыль специалист яс вылышу под квалификация. Вермутом чилять длан уджит веши мяс бурлане, бурдочем рын пасьяны, но сымын специалисты с эча. Таче вон республика пачталач пациент яс, а процедура яс коловичечны чередын, овлы вывты дыр. Эльмира Ахмеева, кыс с бочнутая юаламсы ас дежурулам. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, Юрган, телеканал. Сюжим до светло тырам кежла, уже кожен вошта с печора, коми республика Саюралыч Владимир Уйба, кожна леспаз, марка, аквайт автобус, транспорт небесно безопасные качественные дороги, нацпроект черти. Техника дач петна куч туе. Руль саин опыт а шопер яс. Наим Сабиров чыч наладын, шо важанин вичущий с натачем вильмачем. Они оснащены более технически. Там все современные... Автобус яс техника бокчань зэв бурамог мадамаш. Сымында тор эм ставыс выльщикаса. Чайта карса олыщ яс донялас на тачам автобус яс. Войвовалы тая буркужин. Паз яс ни кыджадыш, ни омаль ту ясыч осповны. Регудин питасны карса олыщ яса. Данные автобусы мы планируем запустить на наши городские... Мы в Паламлежино карса маршрут я свыла эти одномеровидлалам сеющим буровая або убытка, гашка мыдат либо экмысат маршрутат хлежам. Печоран, коланамында школьный транспорт, а муниципальную сымын нёль тавыснавыль автобус яс, карлы зэв буркожин, юбилей кежлым. Совершенно точно в этих автобусах жителям Печоры будет, особенно зимой, комфортно и тепло. Ну, Игорь Сергеевна, я прошу к подарку относиться бережно, трепетно. Все, кто будет эксплуатировать, должны понимать, что автобусы каждый день дарить не можем, поэтому надо бережно к ним относиться, чтобы они служили как можно дольше. Добрый путь! Таву нёль муниципалитета войс на автобус яс. Воджин были ключ яс вичащены Сыктывкар, Ухта да Усинскан. Ухта саулыща свищащисны культура дашо чан паркан джонь тащам юлыч. Уж яслан медведжа чупады заводю час тавонин. Каран одесны общественны кывзым яс. Мы юлыч кыптылы щорни ухтаюч репортажен. Культура парка пыранынчань пан щас уджит выльмачем. Карса олыща с ним коть пырыч дон ялан тая юрсы. И окута пырыч юкщаны асвичадласын мыечка коловежны медвуч.
конечно же, обновление – это хорошо. Быт вильмачем та езе в бурьор. Коло онжик места мед челядли великоны гуляйтны, мед уна ворсисны, котралисны, и мед пуклыс яс быть велиным. Парк, он должен быть для отдыха. Парк инколо шойчыны бура, а он и абу не эти лабич, а откор уна ветлан и октас еще конка пукушны, та весна ола маез озы ветлыны, а коло ечка. Очень отлично, что... Парк счета с карлы выль олым, таны уна площадка и челядлы и том езлым. Та ее наводжен эс тырмы сымын набережнын, вылыстава слышадыма. Ухта сайс югчисны вжедласын Микола выльмадны паркын, вызьем яс Дугдовта Георгисны. Не могла не прийти. Ме эк верма кольны бокон ташым пандашлым. Та именам кар, менам таны воджи овны, менам таны лов. И ми кыс ям медкар мичам ми сывмис, и тая отставыс миян сайын. План черти паркын мы впаланы строитны. Товща площадка яс, гоши аттракцион яс, пыжан кывтан, станция, спортивный, зона, пляж, фонтан, шойчан площадка яс. Лоу ставыс мед быт арлыда аджи саслыс, мы кыщылым черти. Сейчас вот эта инициатива по реализации... Талон возьмется с ЗФТЛКА Юргана. Езус стыча корону мы коловочно, и мы ставлы лыша ласмит щемея сын волыны пожис. Но кыпты лисны юалмяс и парк лышедан ног черти. Вот кымын объект лывещик суфт лисны паныд. Мне непонятно вообще вся вот эта концепция, потому что... Минам абуга гырву анатая концепция с мыла колоны ыны акадча мыгыр яс. Кола мед мича объект яс суфтадисны. Мед щин радлис арт мы ставыз бутилу ас ёщ, прыствывты, абу мичатая. Став возьем карса чинаяс видлаласны да пыртасны проекта вешимяс та подулан. Это же рисунки, это все изменится не один раз, поэтому... Та я ставился цемен щерпас, позже кокня овежнана. Вызьем я ставился на ищетам, мед мича ставился вылывычам, а мед кылысный языс. Парк выльмадам из мунаску им чупадан, мед выджаз, тавонин панчас, тавла юкама, выкмыз дас миллион шайт. Щемыз республика, карда, биару перьещаслан. Тылын, осков, шубитный спорт, ухтаса шуда як пощу локыш, планета клубын петка чешес, даштыщына вывьяса спорт, черти республикаса ордыщем яскежла. Аккредитация абутым высна чемпионат да первенство нуэдны извермыны. Но кабала еще тысны и ставуджыс вульмыс. Тренировочный процесс у нас продолжается в зимний период времени. Тренеру чам вещик ты в нас, но дерт виджи дам повод дьявола кыш градусы джвермам рыттыны. Тренеру чам лун нас миля рыт нас бей сабо, вев таманеш чуч. И та весна лун югыт кола. Воловлы намата комынны взон, и та зев буртор. Чемпионат да первенство комын выпалыны нуэдны юнь помын вульгорчиктын. Панчасны матаветымын спортсмен Сыктывкар, Ухта, Сосногорск да Сыктывдын районыш. Оны республикан повод дьявлыш. Воркута да интан кадан-кадан ущас не уджидлым, кыч дедласкак ямыз градусэч. Ущинскэн лым ялыштас квайт градус кыджид. Печоран не уна лым ялас, термометр ясвылым квайт кыджид. Вуктылын лым ялыштас жа кыч дедлас ыкмыз градусэч. Чилимдынын ущас уль лым да кык градус кыджид. Ухтан лым ялыштас да квайт градус кыджид. Косланын ущас валым кыч дедлас куим градусэч. Мылдынын лым ялыштас да кык ямыз градус кыджид. Кулымдынын кадан-кадан лым ялас, уличвылын квайт градус кыджид. Абьячойын кыч дедлас вид градусэч. Сыктывкарын ывлавылын ло нёль градус кыджид. Итай с дук кыжламинам ставыс, а те виджедемыш.